Телеканал КРТ представляє. Світ змінюється, ламається під тиском коронавіруса і знову збирається політиками. ООН закликала до глобального припинення вогню, щоб сконцентруватися на пандемії. На Донбасі відбувся обмін полоненими, а ситуацію у регіоні обговорили президенти Росії та Франції. І ми тут обговоримо теж. Сьогодні у нас в студії полярний мир зменшиться до розмірів невеличкого острова. Кіпр, перлина туризму, теж розділений лінією зіткнення. Зі мною у студії Володимир Рубан, і він трішки нас веде в курс кіпрської кризи. Кіпр. В августе независимому Кипру исполнится 60 лет. И этим же летом будет 46 лет с момента окончания 30-дневной войны. Уже почти полвека там не убивают, не меняют пленных, не ищут пропавших без вести. Сегодня Кипр разделен на признанное и непризнанное государство. Последняя попытка объединить Кипр была летом в Швейцарии в 2017 году. Греки-киприоты слишком много просили, а Турция готова была так мало дать. В результате объединение не состоялось. И Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, с грустью сказал: «Мне очень жаль, но несмотря на сильную заинтересованность и стремление различных сторон и делегаций, конференция по Кипру закрывается без достижения соглашений». Греческий Эназис, иредентистское движение по воссоединению с исторической родиной, и турецкий Таксим, этнополитическая концепция по разделению Кипра на две стороны – греческую и турецкую. Существуют разные мнения о причинах и следствиях произошедшего. Парадокс кипрского полярного мира заключается в том, что каждое из мнений справедливо, но лишь для определенной точки зрения. Как все началось, кто виноват и что делать, сегодня мы и узнаем у наших участников. З нами обговорюватимуть кіпрський конфлікт та порівнюватимуть його з Донбасом Валентин Якушек, конфліктолог, Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, та Василь Вовк, експерт з державної безпеки. Отже, таке питання загальне. Наскільки взагалі, як зараз розвивається цей конфлікт? І наскільки він схожий на донбасський конфлікт? Будь ласка. Спасибо за вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день нет однозначного ответа, насколько он схож, можно ли вообще его сравнивать. С другой стороны, в любом конфликте, которые были последние 50-60 лет после Второй мировой войны, есть какие-то схожести с ситуацией в Украине, на Донбассе. Но мне кажется, Крым и Донбасс – это нечто новое вообще в мировой конфликтологии, и особенно на постсоветском пространстве. Но если брать все-таки кипрский аспект, то есть определенные схожести. Я о них часто говорил, особенно с точки зрения действия страны, которая нарушила суверенитет. В данной ситуации мы говорим о России по отношению к Украине, когда мы говорим об Кипре, мы говорим об Турции по отношению к Кипрской республике, поскольку тогда, это главная схожесть, на мой взгляд, тогда Турция обосновала вмешательство необходимостью поддержания там, турков на кипрской территории. И дальнейшее развитие событий после 1974 года, оно очень напоминает некоторые процессы, которые происходят на Донбассе. Так, угода про гарантии, якая існувала. Не только урегулирование, как раз оно было плохое. А вот как действовала Турция, она сначала пыталась там как-то примирить, признать что-то, потом по факту не признала, открыла посольство там, так же, как и сделала в Южной Осетии, и признала турецкую часть как субъекта права. Об этом, правда, никто не говорит, потому что никто другой не признал, но Турция создает такую иллюзию самостоятельности и до сих пор поддерживает. Но при этом есть одно важное отличие. Турция официально туда водила войска.
Официально, это очень важно. И официально 40-тысячный контингент там находится. И она Турция признает. На Донбассе это по-другому было. В Крыму это отдельная ситуация. Да? А главное отличие, на мой взгляд, я как эксперт не могу об этом не сказать, все-таки был ярко выраженный этнический фактор. Это нужно учитывать. На Кипре это было ярко выражено сделано. У нас этого нет. И вообще, если сравнивать ситуацию на Донбассе, то какой-то одной причины этнической, номенклатурной, партийной, как была при Приднестровье и так далее, нет. В этом-то и главная сложность и отличие, и специфика конфликта у нас. Так, в нас немає міжетнічного конфлікту. Пане Валентине, маєте що заперечити? Я б хотів підтримати цю лінію, що відличие конфлікту на Кипре і у нас на востокі України в тому, що у нас не етнічний конфлікт, а там він дійсно етнічний і цивілізаційний. Але у нас елементи цивілізаційності теж є, геополітичний конфлікт. Хотя для Кипра это не геополитический, потому что и Турция, и Греция находятся в рамках одного западного пространства под эгидой Соединенных Штатов, под эгидой НАТО и так далее. Конфликт на Украине почему-то оказался более острый, хотя там конфликт межэтнический, а у нас слишком большое напряжение вот этих геополитических сил, когда вовлечены иностранные державы и сверхдержавы. На Кипре существует лишь небольшая местная армия, где-то 3000 человек. А турецкая, которая официально там представлена, что-то порядка 30 или 38 тысяч. А у нас на неконтролируемых территориях как бы формально Россия не представлена, а все местные, в которых офицерский корпус россияне, считаются как бы местными сепаратистскими вооруженными силами. Насчет признания. Турция единственная страна, которая признала Республику Северный Кипр в 83 году. Да, после оккупации этой территории турками прошло 9 лет. А Россия не признает, она держит потенциально эту возможность признания донецких сепаратистов и луганских, но признали российские сателлиты. Южная Осетия, не знаю, насколько Абхазия официально признала. Официально. То есть она не настолько активна. Южная Осетия является тем каналом, через который действует финансовая система, торговые операции. А туркам нет необходимости, они признали, все идет через Турцию. Если есть блокада Кипра, то за счет связей с турецкими портами, с турецкими аэропортами это преодолевается. И еще Турция способствует ускоренному развитию Северного Кипра. В Донецке этого не получается, и в Луганске. Да, там идет само просто выживание. И местные люди на Северном Кипре довольны ситуацией, в принципе, экономически. У них цивилизованно, у них нету комендантского часа, бандитизма и так далее. Но экономическая ситуация все же отличается от греческой части. Да, за счет того, что греческая часть является частью и признанной, и частью Европейского Союза. И еще что важно – у донечан и луганчан, которые встали в позиции сепаратистов, у них нету такой стратегической цели создать независимое государство. Им бы прислониться к России, сепаратистам. А киприоты не очень хотят присоединяться к Турции, потому что они как бы другая субцивилизация. С 1878 года этот остров был оккупирован Британией. Британия оказала братскую помощь Турции в войне с Российской империей и за это попросила достойную себе компенсацию. Да? И они воспитали местный народ в других культурных парадигмах. Очень много людей Северного Кипра учились в Англии, находятся там, у них связи с Британией. Другая мова английская, можно так говорить? Нельзя сказать, что они все знают, но, по крайней мере, это очень распространенный язык, и без знания английского языка там очень туго. То есть мы можем найти массу параллелей, но и массу отличий. Но нам важно найти, а что из этого опыта можно использовать для того, чтобы урегулировать наш конфликт, который не должен таким быть жестким, таким жестоким, как он сейчас часто является. Если даже греки с турками нашли общий язык и готовы к объединению, действительно, сепаратистские регионы готовы к объединению –
Ну, для этого, для того, чтобы объединение состоялось, нужна позиция больших игроков, соответствующая, позитивная, и компромисс. Плюс я добавлю один важный момент, цивилизационный. Представить, что опять будет какое-то одно объединение турков и греков, очень сложно. Почему? Греки многие помнят очень хорошо период Османской империи. И нужно понимать причины конфликта. Это не только турецкое вторжение. Турецкому вторжению предшествовали действия режима черных полковников Греции, которые были одержимы идеей воссоздания античной какой-то Великой Греции. Они открыто начали поддерживать Макариуса, президента. И об этом все помнят. Открыто начали финансировать определенные, зная о том, что 37% населения территории занято этническими турками. Греки радикально настроены, именно греки в Афинах, режим черных полковников, он использовал этнические факторы. И вот это спровоцировало в значительной степени вторжение, потому что турки же не на ровном месте начали действовать. То есть нужно объективно анализировать ситуацию. Но российские войска тоже пришли как бы не случайно, да? Это же не оправдание. Роль Британии в поддержке турецкого меньшинства. И какие выгоды Британия преследовала? До 60-го года это были ее земли. И потом вдруг с 58-го года Британия начинает говорить о каком-то новом государстве с двумя автономиями. Почему? Я думаю, что здесь четко, ярко выраженные военные задачи были безопасности. Потому что британские базы были всегда в районе Кипра, и даже фактически там и остаются. Да. Но уникальная ситуация на Кипре для нас важна в том, что многие люди, кто не изучает эту тематику, они почему-то думают, что Кипр – часть НАТО. Но, к сожалению или счастью, Кипр не является частью НАТО, является частью Европейского Союза. Это да, но не часть НАТО. Это подрывает слоганы такие, что нужно Украине вступать одновременно и в НАТО, и в ЕС. Да? И я отвечаю на ваш вопрос по поводу Британии. Это как раз правильное сравнение, потому что Кипр сохраняет таким образом хорошие отношения с разными геополитическими векторами, интегрировавшись в Европейский Союз, оккупированный 37%, то есть это не было препятствием. Но они не ставили задачу интеграции в НАТО, потому что они прекрасно понимали, что это еще больше может усугубить конфликт. Хотя парадокс в том, что Турция – это член НАТО. Так. И Греция на момент войны – член НАТО. И Турция – член НАТО с 52 года. И, собственно, есть мнение, что и война длилась в два раза даже меньше, чем Фолклендский конфликт. Только потому, что здесь столкнулись два члена НАТО. И если мы помним, то это время противостояния двух сверхдержав. Это период разгара холодной войны. И нельзя было показывать такую войну между двумя членами НАТО. И Греция выходила, но не из НАТО, а из вооруженных натовских организаций, потом входила назад. Две военных базы – Акротири и Декелия. Они имеют статус заморские территории Британии под управлением Ее Величества, так же, как и Фолклендские острова. Насколько это в современном мире демократично, гуманно? Вот так вот с бывшей колонии, ну, хоть шерсти клок, и контролировать Суэцкий канал, да, и все движение в Индийский океан. Образцы есть подобные? База Гуантанамо Соединенных Штатов, практически тоже суверенная территория США на территории суверенной Кубы. Ну, Британия смогла добиться для себя очень выгодного договора о предоставлении независимости Кипру. Я думаю, что Советский Союз просто не изучал этот опыт. Он бы, отпуская республики в свободное плавание, мог бы этот опыт использовать. Но тут все разваливалось. А правда ли, что Британия до момента подписания вела переговоры только с Грецией? И в последний момент подтянула Турцию как участника переговора? Да и возникла тогда вот эта дипломатическая комбинация «Лондон как арбитр».
Ну, у меня нет прям такой информации, но нужно учитывать, что конфликт же уже существовал фактически с 60-х годов. Там уже было вмешательство ООН. То есть конфликт в 64-м уже открыли миссию ООН. Конфликт нарастал. Катализатором, еще раз подчеркну, стали внутриполитические процессы в Греции. Этот фактор ключевой на самом деле. Радикализация политической системы, приход власти черных полковников. Нельзя, это как у нас ситуация в Украине. Вот все любят анализировать такие конфликт на Донбассе без конфликта в Крыму, ну, без аннексии Крыма и без Евромайдана. Это бесполезная затея. То есть, если ты хочешь прийти к выводам на Донбассе, что произошло, нужно понимать все. И потом еще раньше начать анализировать. Такая же ситуация и в Кипре. Вот Турция напала, а до этого что было? А до этого же были определенные, в том числе и влияния геополитические. Пару слов. Да. Кипр и Крым и Донбасс. В Крыму ирредентистские течения были сильны долгое время. На Донбассе они появлялись не как сепаратистские, а как регионалистские. И люди из партии регионов воспитывали регион Донбасса как, ну, с особой культурой. Но они не помышляли о том, чтобы выходить. Для этого должна была быть проведена особая операция по вытеснению этих регионов, чтобы они не мешали. Крым продали, не знаю, что сделали, чтобы не мешал, для того, чтобы новый режим укрепился. Интересное сравнение с переселением на Кипре. А на Кипре, да, смотрите, а на Кипре не было такого у греков желания присоединиться к Греции. Это греческие полковники хотели этого, хотя, конечно же, есть понимание единой цивилизационной ценности. И это нужно смотреть внимательно на отличие ситуации в различных регионах греческой цивилизации и различных регионах постсоветской цивилизации, потому что у нас действует не только как бы этническое сознание, но сознание постимперское. Да, вот советские люди, донеччане и крымчане – это в первую очередь советские люди, которым неуютно в условиях, когда развивается этнонациональное государство. И если мы будем урегулировать, а мы урегулируем эти конфликты, то на условиях того, что будет компромисс между этнонационалистами и теми, кто не является этнонационалистами. Это люди мира, люди русской цивилизации, люди постсоветской цивилизации. Нам нужно выходить на эти цивилизационные обсуждения и решения на этих основаниях. А в Греции, на Кипре обе общины готовы к тому, чтобы обсуждать и цивилизационные вещи, и политические вещи, и интеграцию в Европейский Союз. Они объединяют это. И греки с турками найдут общий язык. К слову, в ЕС есть один из официальных языков – турецкий. Не потому, что Турция там, а потому, что на Кипре турецкий язык признан вторым государственным языком. Василий Васильевич, на фоне того, что Кипр даже не Европа, но о роли третьих стран. Вы были участником начала Минских соглашений. Знакомо ли вам, не режет ли слух это выражение «Лондон как арбитр»? Влияние третьих стран в конфликте и выход их в роль арбитра, в роль примирителя, наблюдателя. Нету ли параллели и ассоциации здесь Москва как арбитр в украинском конфликте? Дякую за питання, але хотів би дещо, ну, доповнити, прокоментувати щодо того, що так довго обговорювали мої колеги, професійно, дуже науково, філософськи, політологічно, і за цього, на жаль, дещо незрозуміло і мені, і декому з глядачів, мабуть, тому що ми десь захоплюємося своїми пізнаннями політології, філософії, накладаємо на реалії війни. Тому що міжнародні конфлікти, внутрішньодержавні конфлікти – це війна, це загибель людей, це горе людей. І тут потрібно говорити більш простими словами. Я так думаю, зовсім не заперечую те, що сказали і все правильно сказали мої колеги. Я хотів би в першу чергу дати відповідь на питання, яке колега задав. А для чого ми обговорюємо конфлікт на Кіпрі? Для того, щоб щось взяти для себе, для врегулювання нашого конфлікту, нашої війни. Да, я вам зразу відповім, нічого ми в тому конфлікті для себе не візьмемо. Крапка. Друге питання, щодо того,
знову ж колеги акцентували увагу, я попробую десь знову ж таки більш доступно для людей, для глядачів розказати свою позицію, яка в принципі співпадає з позицією колег. Всі конфлікти в світі носять геополітичний, політичний, економічний характер. Вибирайте. Або поєднуйте всі три складових, або розділяйте тощо. Тому перехожу до вашого питання. Що таке геополітика? Ми ж, знаєте, ми коли розбираємо конфлікти, ну, Анголу, можемо розглядати Корею, Таджикистан, от колега сказав, так? Інші питання. Ми не беремо до уваги, що у нас межа, отака сільська межа городу між Росією і Україною, Україною і Росією. Росія – найбільша за площею країна в світі. До речі, Сполучені Штати Америки тільки четверті. Росія – одна із найбільш потужних, двох, трьох, чотирьох, давайте це питання таке дискусійне, за військовим потенціалом країна в світі. Василь Васильевич умеет возмутить, и это, наверное, одна из лучших черт его бывшей профессии. Он умеет найти ту точку, на которую нечаянно можно больнее всего надавить. Ну, мабуть, не в цьому моє завдання і завдання нашої програми, і ваше завдання, але ще раз повторюю, мабуть, давайте я пом'якшу свою позицію. Ми нічого з кіпрського варіанту, з кіпрської позиції, з кіпрської ситуації взяти корисного для себе, корисного для врегулювання ситуації на Сході не зможемо. Для чого ми обговорюємо всі ці конфлікти? Ми правильно робимо. І ваша програма правильна, і ваш задум правильний. Тому що я як слідчий, я говорив це перед ефіром, я розглядаю всі версії завжди. Тому ми маємо методом відкидання розглянути ці всі позиції. Можливо, я ще раз наголошую, дещо нам і пригодиться, дещо ми зможемо використати, дещо зможемо використовувати як аргумент в плані міжнародному і в плані переговорному. Отрицательний опит. І, да, і негативний також сказати, що от так якраз ми не можемо, тому що подивіться на Кіпр, там 50 років конфлікт. Правда, дякуючи Богу, що там людей 30 днів воювали і людей не вбивають. Тому це одна позиція. Інша, повертаюся до геополітики. Правильно ви акцентували увагу щодо Великої Британії. Ми ж розуміємо, що там не стільки Туреччина була зацікавлена. Ну, зацікавлена, звичайно, тому що там проживали турки, там була своя позиція тощо. Але геополітика – це економіка міжнародна і все. Бази, Суецький канал, як ви правильно акцентували увагу. Це що? Це більше політика і економіка. Угу. Да, тому давайте виходити з цього. Так, звичайно, там явно виражений етнічний конфлікт. Це зовсім правильно, абсолютно правильно мої колеги на цьому акцентували увагу. Але я зразу хочу, я розумію, що ми можемо дійти до того, сказати щодо нашої ситуації, щоб ми і від цього відходили, коли аналізуємо конфлікти у світі сьогодні кіпрські. У нас же варіантів то небагато. Знову ж таки, з позиції того, хто наш сусід. Я назвав ті критерії, якими володіє Російська Федерація. І там не буде ніяких варіантів, крім російсько-українського варіанту, нікуди ми від цього не дінемось. Є три варіанти, які реальні, але чи реалістичні, ви посудите самі. Військовий варіант звільнення території. Дуже простий. Звільнили, стали на кордоні, всі питання зняли. І виводу військ, і передачі контролю на кордону, і виборів, і інших заходів, що роззброєння тощо, і відповідальності. В тому числі, я ще раз акцентую увагу, що знали мою позицію, я за те, щоб була амністія людей на Донбасі, які проживають зараз на території так званої ОРДЛО. А чому має передувати капітуляція Росії? Інакше, давайте я закінчу, тому що я тільки один варіант назвав. Другий варіант – розпад Російської імперії. Реальний він чи ні, мабуть, до цього йде, знову ж мабуть, і ми все це бачимо, що так довго не може продовжуватися, в тому числі на території великої Російської імперії. І третій варіант, про нього ніхто не каже, але це сценарій, який би я назвав кримським. Чому?
Українсько-кримський сценарій. У нас Донбас і Крим в однаковому статусі, однаково і два закони, які прийняла Верховна Рада, вони говорять про статус наших громадян на території Криму і на території Донбасу. Просто вони розведені в часі. Ми говоримо, що Крим наш, Крим ми повернемо, говоримо. Донбас нас, Донбас ми повернемо, говоримо. В чому різниця? І та, і інша територія окупована. Щодо анексії, то вже міжнародне право, то інші інституції окуповані. Ми повертаємо обі території, обі. Це наше завдання, щоб Україна в кінці кінців стала дійсно суверенною, незалежною і унітарною. Так ось, чому я хочу запитати, в Криму на адмінкордоні не вбивають людей, немає війни. Чому там війна? Звичайно, це не наша ініціатива. Це Росії ініціатива. Я хочу далі зайти. Росія розуміє, що зараз провести вибори на Донбасі неможливо. Вона це розуміє. Які вибори? Вибори місцеві. Вона це розуміє, що неможливо під її контролем, щоб були. Але має одну мету, задум один, такий оперативний, десь кегебістський задум. Розумієте, який? А я вам хочу його назвати. Ви можете дискутувати і його обговорювати. Якщо ми підемо туди на вибори при російському присутності там, то там почнуться локальні конфлікти. А потім масштабні бойові дії. Ми ж розуміємо, що таке вибори по нашому законодавству. Прапори на кожній дільниці в кожному селі українській. Ви собі це зараз уявляєте? Ні. Наша поліція, ви уявляєте наших поліцейських на дільницях в кожному селі на окупованих територіях? Ні, не уявляю. А після того, от Росія тому і каже, якщо ви, в принципі, зійдете з ума і почнете вибори, то це для нас ще краще. Ми і тут вийдемо в ситуацію. Чому? Тоді почнеться повномасштабна війна, і вони зможуть захватити всю адмінтерриторію Луганської і Донецької областей, а потім уже думати над кримських варіантом. Референдум, тощо, приєднання територій. От наш варіант. Щодо Кіпру, ну, колеги, дуже доступно, в тому числі і з оцим якби нальотом і політології, і філософії, про це повідомили, і нічого нового ми там не здобудемо для себе. Але ще раз кажу, не заперечую щодо того, щоб десь обговорювати, показувати в тому числі негативні процеси і негативність тих чи інших дій. Ми кажемо, що щодо Кіпру було скільки заяв ООН? Більше, ніж щодо Донбасу. 135. О, бачите, я не вивчив це питання. Що з ними? Це негативні приклади. Що ми радуємося кожен день, я читаю там стрічку новин в інтернеті, так? І ось заява ООН, рішення парламентської асамблеї Ради Європи засудити, закликати, вивести і так далі. Що це нам дає? Задоволення чисто психологічне, моральне, а реальну якусь допомогу дає? Ні. От 135 рішень ООН. Ми зараз розуміємо, не хотілося б чіпляти цю тему, що ООН і ОБСЄ – це зараз ялові, я скажу таке слово, організації, які не спроможні нічого народити. Абсолютно. Ви подігруєте Трампу, Василь Васильович. Але ж кіпрський конфлікт вважається найбільш успішно замороженим конфліктом. І ну це так, якщо ми говоримо про заморозку, то давайте говорити, що ми розглядаємо ті конфлікти, які заморожені, і нам цей варіант підходить. Мы рассматриваем все конфликты, и один из них, из процессов, это процесс окончания конфликта. Вы правильно заметили? Убивают. В Крыму не убивают. Точно такая же линия разграничения есть на Кипре. Ну, червона, зелена линия. У нас червоні, вони кровью политы, а там зелена. Там не убивают. Уже тут были выпады против политологии, условно говоря. Ну, не против политолога. Против политологии тоже не выпады. Я как бы акцентовал на том, что... Я вибачаю, чому, щоб не було таких жорстких відповідей мені. Чому я на цьому звертаю увагу? Розумієте, в нас же круглий стіл, це бувають наукові круглі столи, дискусійні в вузькому кругу. У нас круглий стіл для наших глядачів. І ви перед ефіром самі сказали, сидить в селі тітка Маруся, і вона повинна почути, зрозуміти і зробити висновок. Тому що їй офшорний рай не потрібен, да, вона хоче зрозуміти. Ні, що ми можемо взяти оттуда, а що ми можемо зробити, щоб наші мозги працювали чуть-чуть більш розморожено. Да? Для цього потрібно розуміти, як виходять із ситуації там. І якщо Василь Васильович сказав, що ми із того не можемо нічого взяти, може бути, практики не можуть взяти. В своє время Горбачов говорив, зачем нам
стратегически думать, нам работать надо. Сейчас наш президент иногда тоже говорит, что у него нет времени для стратегических, для стратегического мышления. Но давайте попробуем элементы научного знания, которые могут быть использованы для того, чтобы искать выход для нас. Первое, что я думаю интересно, это опыт, эффективный опыт заморозки конфликта. Когда не стреляют, да? Хотя бы не стреляют. И когда можно спокойно переходить. Показал паспорт, тебе не нужно в СБУ обращаться там за месяц. А можно ли мне на ту сторону перейти, да? Просто захотел, я сам ходил так, из одной зоны в другую. Просто так, у ЗМІ часто називають, навіть що в нас заморожений конфлікт. Ні, в нас ще гаряча стадія конфлікту, і там до цього ще така треба прийти. Умеренно гаряча стадія замороженого конфлікту, як би це дивно не звучало. Дальше. Очень интересный момент из этого опыта – это приманка. Приманка для сепаратистов – это вступление в ЕС. Пока что Кипр считается весь членом ЕС, но одна часть вне его. Вернетесь сюда, все, так, у вас будут, да, и не надо вам, как это у нас называется, без виз. Вы просто часть всего этого. И с этим связана еще организационная форма. Это можно сделать через федерализацию. У нас это страшное слово, федерализация, но говорят глубокая децентрализация. Да? То есть опыт вот этой глубокой децентрализации... Заховали слово федерализация в глубокую децентрализацию. Дальше. И мирный, инклюзивный процесс переговоров. Вот то, что у нас там в минских договоренностях написано, он действительно демократический. Общаются между собой президент Республики Северный Кипр и президент Кипрской Республики, мэры двух частей столицы. Им не нужно говорить, нет, 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 мы ни за что с сепаратистами не будем говорить. Сепаратисты избраны своим народом. У нас тоже могли бы сепаратисты провести свои выборы. Это не проблема, и они проводили их. Вопрос в том, признают ли их эти выборы, будут ли они легитимными не только для тех, кто поддерживает сепаратистские позиции. Дальше, что важно, инвестиции. Очень хороший режим инвестиций и иностранных, и любых других, и в Северном, и в Южном Кипре. Надо бы и об этом подумать. Дальше, возможность сохранения военных баз как компромисс. Можно поднять антибританские, антиимперские движения. Да, я вспоминаю, как у нас наши деятели в то время, когда вы были там высоко наверху, как один из ваших коллег радовался, что вот он смог в Севастополе вывеску снять российской прокуратуры там. Да пусть бы она 100 лет там висела, эта вывеска, а чтобы Крым и Севастополь был на... Они обращают внимание на эти маленькие вещи. Да? Или там был какой-то парень, студенческий деятель, да, ему нужно было штурмовать маяки. Помните такое, да? Ну зачем это, да? Если это сильная держава, нормально с ней поддерживай отношения, она тебя не будет трогать. Ну, так, дальше, роль ООН. Роль ООН очень важна там, и нам нужно ООН туда привлекать. И последнее, в данном случае я хотел сказать, кто является препятствием для объединения двух частей. У нас там есть на Востоке свои корыстные интересы у тех, кто уже с оружием, кто там оттяпал имущество, кто установил свой контроль над производством и так далее. А в Кипре, да, в Республике Кипр, где греческое население проголосовало против объединения, это те, кому комфортно и без турок, которые привыкли получать поддержку ООН, огромные денежные средства, то есть вот этот бюрократический аппарат и просто комфортность для тех, кто эгоистически мыслит. А турки Северного Кипра, они готовы на очень большие уступки, они готовы часть территории отдать, они готовы возмещать те убытки, которые потерпели греки. Вибачте, я вас не приб'ю, щоб ми не поверталися, це в унісон. Дуже цікавий момент ви назвали, коли проголосували проти приєднання отої турецької частини. Нам і без вас добре, живіть собі. Я хочу вам, як політологу досвідченому, відомому, задати питання, якщо ви дозволите, ведучі, від вашого імені, від нашого, від імені глядачів. Якби сьогодні, гіпотетично, в Україні відбувся референдум, голосування щодо того, потрібно нам ці території боротися, гинути за них, вмирати, чи хай вони відпочинуть, так би мовити. Яким ви передбачаєте результати голосування? Я розумію, що це десь з області, ну, якихось там фантазій і гіпотез, але все-таки вас, ви як політолог, оцінюючи в комплексі все, могли би десь, мабуть, дати... Вопрос некоректний, тому що навіть коли ви говорили о трьох варіантах,
Кто за то, чтобы Россия признала свою капитуляцию, и мы привели туда войска и объединение сделали? Ну, дайте очень ответ на некорректное питание. Нет, так, если понимаете, можно... да, нужно ставить. Кто за то, чтобы мы выгнали оттуда войска сепаратистов? Давайте поговорим немножко подробнее об этом плебисците, об этом референдуме. Андрей Игоревич, план Кофи Аннана. Можно на плазму, у нас есть Аннан. Вам знаком этот план? Какое имя? План какие, какие про планы? Кофи Аннан 2004 года. А. Именно по нему Кипр приняли в Евросоюз, а киприоты, греки провалили референдум, и 75% киприотов-греков проголосовали против объединения с турецкой частью. При этом 65% турков проголосовали за. Но поки получилось, але це був не перший варіант. Там перший варіант був трішки інший. Об'єднання, тому як Євросоюз і Кофі Анан пообіцяли їм вступлення в Євросоюз. Турецкая часть очень хотела, а греки все равно поступали, они таким образом подставили Кофи Аннана, и ООН заработала себе еще один минус за этих 50 лет, коими она пытается урегулировать этот конфликт. Смотрите, есть одно еще очень важное отличие. Это можно очень долго обсуждать эти все моменты, параллели, но если уже так мы глубоко входим в анализ конфликта, ситуации в Украине, и тогда ситуация на Кипре, то нужно понимать задачи, какие ставила Турция, когда она вмешивалась. Задача была не захват Кипра, не присоединение Кипра вообще. Задача была четко укрепление регионального влияния в Турции. И защита этнической, ну как они обосновывали, турецкой части. То есть турки конкретно дошли до последнего села, где жили именно Турция государство. Нет, чуть-чуть прихватили еще. Вот они зашли до определенного, где большая часть была, тут жили на турецкой части греки, родственники которых, и которые переселились на греческую часть, и которые имеют до сих пор претензии. У половины греков, которые живут на греческой части, есть претензии к той части, потому что у них многие там дома остались. Суды, все есть, но это ничего не, Турция не признает. Их претензии реализованы уже в 90 миллионах долларов. Да, поэтому задачи Турции и России разные, соответственно, были в Кипре и в Украине. Это ключевой момент, который нам дает возможность расставить акцент. Нет, смотрите, нету примера такого, как действовала Россия в Крыму. Нету постсоветской. Потому что даже Бангладеш, он отсоединился от Пакистана. Нема. А Гоа присоединили. Вот. И как историческую территорию. И Россия в отношении Крыма одну стратегию выбрала, в отношении Донбасса другую стратегию. И Кипр, точнее Турция, не признает эту же свою же турецкую часть как отдельное государство. Понимаете? Mm-hmm. Они используют для того, чтобы контролировать процесс вообще на всем Кипре. Да. И точно так же и Россия использует ситуацию в Донецке, чтобы контролировать всю ситуацию в Украине. Вот почему у нас конфликт полузамороженный, semi-frozen я его называю по-английски. Потому что он не полностью замороженный, но и не горячая сталь. Не морозилка, а камера основна холодильника, якщо та ви. Я повністю погоджуюсь, і дійсно, от чого почав колега. Давайте подивимося на задачі, які були перед Туреччиною, які є перед Росією. Вони десь мають однаковий характер і в якихось сегментах повністю співпадають. Але знову ж таки, щоб ми розуміли ситуацію в нас, і я не хотів би десь попередити експертів, які говорять про те, що Росія завтра почне війну, захопить всю Україну по лівий берег, по правий берег. Я про те, продовжуючи колегу, яке завдання Росії дійсно дьоргати, тримати Україну. І ще один варіант, крім тих, що я говорив, не варіант, якби, а складова. Росія не зацікавлена в розпаді України. Їй не потрібен розпад України, тому що якщо розпадеться Україна, і гіпотетично Росія захвачує Україну, ота коса, ота Новоросія, і чуть далі по лівий берег, то правий берег стає вже натовським. І не потрібно сусідство, безпосередній кордон з НАТО. Тому Україна як буфер,
А Донеччина, от дійсно, це все знову ж таки історичні суперечки і політичні дискусії. Я не про те. Я про те, що ми маємо виходити з того завдання. На сьогодні таке завдання розділити Україну, зробити розпад не стоїть. І чому вона у цьому напівзамороженому, замороженому стані, можна по-різному це оцінювати, приймаються всі якби, думки, вони відповідають дійсності. Чому вона тримає? Для того, щоб відпустити чуть цей мороз і почали стріляти, дестабілізація. І НАТО каже, і Євросоюз каже, хватить, хватить, давайте, лиш би так було, лиш би тихо, лиш би не вбивали. От ситуація в чому. Вона проста, зрозуміла, і тут і однаковість ситуації, і різниця між Кіпром і нашою. Ми роздражаємо Росію або усилюємо свою позицію, коли в Конституції записуємо, що ми НАТО. С учетом вашего высказывания по геополитическому буферу. Знаете, коли в першому турі минулих виборів, річниця у нас виповнилась, мене запросили на ефір і стало зрозуміло, що мене запитали, хто буде президентом. Я кажу, я можу одне сказати. Петро Порошенко перестане в цьому році, в тому, бути президентом. То я тоді сказав, зараз я про Петра Олексійовича. Або добре, або нічого. Тому я вам скажу, чому оці записи з'явилися. Чому з'явився воєнний стан перед Новим роком? Скажіть. Да, скажу для чого. Для того, щоб тримати, от Росія тримає Донбасом, а Петро Олексійович тримав нашими змінами в Конституцію, дописами, введенням станів воєнних, введенням заяв, зустрічами постійними з ООН, ОБСЄ, заявами. Для нього ж було основне – це пропіаритись на зустрічі з Меркель, на зустрічі з іншими керівниками держав, поїхати на засідання ООН і хоча б десь якомусь передбаннику виступити, щоб його канали його засняли. Так чи ні, колеги? Так чи ні? Ну так. Ну, і пам'ятаєте цю ситуацію, коли він, якщо не помиляюсь, в Мюнхені виступав в пустому залі? От, ну, для чого вносили цю правду? Всю ситуацію. Але ви, як спеціаліст, роботавший тоді, він понимает, о чем речь, или он не понимает, или он играет вот эти вот встречи, ну, всю угрозу геополитическую. Петр Алексеевич очень Петро Алексеевич, помилок не робить. Він досвідчений бізнесмен, людина, яка звикла з дитинства, з юних літ. Запитайте, як він вигравав карти в Київському університеті гроші, і як і програвав, і не віддавав. Не видел заробляти такого. Гроші. Я був його преподавателем, он в карти у нас не грав. Він вас боявся. Ви класний викладач. Тому, знаєте, на особистості не хотілося б переходити, але тут більше демагогії, піару і намагання десь приховати те, що відбувалося. Відбувся постійний віджим грошей з бюджету, з колег-бізнесменів. І з цього все, що, каже, якщо ще щось знайдеш, пам'ятаєте, Мольфій, то теж моє. Мне кажется, очень важное. Вот для понимания позиции Турции, ее стратегических задач и в сравнении с Россией, Турция не могла не защитить национальное достоинство турок, когда увидела, что им говорят, вы будете делать то, что черные полковники делают в Греции. Все, мы вас присоединяем, вы нам вообще тут не особенно нужны. Они реализовали разумный план оккупации и немножко прихватили лишнего для того, чтобы торговаться. Да, мы можем уйти, но потом, когда вы согласитесь на приемлемые условия. А турки что сделали? Они вначале поддерживали автономные органы власти, потом они признали независимое государство Северного Кипра, не присоединяли к себе. У Турции удалось поддерживать отношения с гегемоном, чья воля выше, чем даже международное право, в конструктивном плане. По крайней мере, Соединенные Штаты и глобальный Запад не выступали против Турции в целом. Поэтому любой, кто предпринимает геополитические шаги, должен исходить из того, а каково соотношение между международным правом и волей гегемона. Взаимоотношения с лидерами США являются первостепенным. И поэтому украинским властям, мне кажется, сейчас очень важно находить правильные взаимоотношения с господином Трампом. Андрей Игоревич, да. Ваше слово. И затроньте вопрос того, что
Кипрский конфликт на сегодняшний день – это единственное и основное препятствие вступления Турции в Евросоюз. Или я не прав? Я сделаю одно важное дополнение, связанное вот с турецким вторжением. Когда Турция совершила вторжение, она это обосновала соответствующим образом. Был же специальный договор о гарантиях безопасности Кипра, куда подписантами которого были Турция, Греция и Великобритания. В этом-то уникальность. И теперь отвечаю на ваш вопрос по поводу интеграции в Европейский Союз Турции. Были, особенность турецкой системы, вот послевоенной, заключается в том, что вот из крайности в крайности. Это вроде и не исламская классическая страна, это уже вестернизированная благодаря Ататюрку, да? Но при этом она сохраняет очень консервативные идеи. И в зависимости от того, кто приходит к власти, они говорят, ну нам нужно быть вот ближе к исламу, а другие говорят, нам нужно быть ближе к Европейскому Союзу. Вот в конце 80-х была модная идея быть ближе к Европейскому Союзу. И об этом начали активно говорить. Это ни к чему не привело, потому что европейские страны не были заинтересованы в интеграции Турции в сам Европейский Союз. И по формальным причинам туркам всегда отказывали вступить туда. И Турция просто в один прекрасный момент сказала, зачем оно нам надо? Будем вспоминать, кем мы были до 1920 года, до фактического разделения Османской империи. У них блестяще воплощается в жизнь концепция неоосманизма. То есть у них нет задачи забрать территории Османской империи. Они везде финансируют политические проекты, связанные, везде именно связанные с бывшей Османской империей. В Болгарии турецкую партию поддерживают, в Гагаузии, в Молдове. Нет, это тюркский мир, да? Тюркский это мир, больше, да. И они открыли огромное финансирование для тюркских стран. Если вы приедете в Таджикистан, в Узбекистан, ну, Таджикистан не совсем тюркская страна, в Казахстан, там огромные фонды существуют турецкие. То есть они поддерживают тюркский мир. Это такая геополитический аспект. Поэтому я не думаю, что кипрский кризис является препятствием для вступления Турции в Европейский Союз, потому что Турция уже не ставит задачи. И, честно говоря, когда греческий Кипр интегрировался в Европейский Союз, для Турции это было не принципиально. Она говорит, так пусть идут куда угодно. То, что отличает ситуацию от Украины. А для России принципиальным являются вопросы будущего Украины внешнеполитического. То есть, если мы говорим о Европейском Союзе или говорим о НАТО. И за этим очень внимательно в Москве следят. Вот в чем вопрос. И отвечая на вашу реплику по поводу конституционных изменений, которые были политически продиктованными. Тут коллега прав. Предыдущим режимом. Причем очень пакостно, по-гнилому, ради собственного политического рейтинга надо было изменять всю страну, всю систему практически политическую. Рассказывать про мову, про веру, про церковь ради того, чтобы выиграть на выборах. Ты проиграл и до сих пор рассказывают. Вот в чем уникальность этой ситуации в Украине. Два слова в підтримку колеги або погодження, і з цим неможливо не погодитися щодо бачення Росії в відносинах з Україною. Росія вважає питанням життя і смерті, буквально, життя і смерті самої Російської Федерації як держави, позицію України щодо Євросоюзу, щодо НАТО. Правильно, конечно. Якщо колеги погоджуєте? А турка, ну, не совсем. Турція не принципіально. В принципі, да, по большому счету. Но после 2014 года Россия фактически сказала, ну, не доставайся ты уж никому. Да? Ну, раз вы поперли в дурь, да, то хорошо. Да? Я бы хотел сказать по поводу Турции. Евросоюз ей выставил своеобразный ультиматум в 2005 году, да, что условием принятия в Евросоюз Турции будет признание суверенитета Кипрской республики. Да? Для Турции это есть проблема. Но тогда они могут давить совместно на Южный Кипр, да, на Республику Кипр, чтобы она согласилась на достойное вхождение турецкой части в качестве федеративного элемента. После того, как не удалось сближение Турции и Европейского Союза, Турция начала давить на Евросоюз. Это очень видно сейчас действиям России. Да, то есть, да, как только не получается, изменился, то не просто изменился, они заполонили беженцами. В каждой стране европейской есть турецкие общины очень влиятельные. Посмотрите, что происходит в Германии. А Россия точно так же пытается давить на Европейский Союз через уже экономические причины, не военные. Турция не боится высказываться и
даже применять вооруженные силы. Эрдоган дуже конкретный заявил. Можем посмотреть ситуацию с Сирией, ситуацию у них у себя с меньшинами, и даже то, как они сбивают российские самолеты, и как сейчас на Кипре угрожают разработчикам шельфа по нефти и газу чуть что применить силу. Но как легко выходят из этой ситуации, да, договариваясь, находя компромиссы и по самолету. Там, да. Это временный тактический союз России и Турции. Никогда не было между ними вообще союзов за 500 лет. 14 войн. Было антииранские. 14 войн. 1700, какой-то 28-й год. Это временный союз. Именно, я бы не говорил, я всегда, когда говорю, анализирую отношения между Турцией и Россией, говорю не о союзе двух стран, а о союзе двух президентов. Это большая разница. То есть между турками и этническими русскими другие отношения. А вот два президента могут находить язык, но это не совсем коалиция двух народов. Я вам так скажу. Крым же завжди, цікава деталь, Крым же завжди вважали форпостом Туреччини. От, это был такой, знаете, часть тюркского мира, да, с чем я не согласен категорически. Почему? Потому что до прихода крымских татар там были местные этнические народы, караимы, и существуют. А потом возник тюркский мир, да, и крымские татары говорят на похожем языке. По состоянию 2014 года в Крыму было больше 2 миллионов людей. 15% 16 лет. Да, часть. А украинцы и русские, ну этнические русские, были большей частью. Поэтому Крым, он украинский. Где проживает огромная, большая часть крымско-татарского населения. Я думаю, очень важно. В цьому контексті, вибачте, я просто до вас питання обох, як наукових працівників, які з позиції науки розглядаються і з позиції аналізу глибокого. І от питання, я задавав його, я спілкувався із паном Чубаровим, з іншими. Знову ж таки, гіпотетичне, але воно виникало. Якби теж виникло питання щодо надання національної автономії кримським татарам Криму. Якби до агресії російської, окупації, послідуючої анексії, там була національна автономія кримських татар. На всій території Криму? Так. Хороший вопрос. А ви знаєте, це би раніше спровоцировали конфлікт. Це ж спеціально для того, щоб конфлікт з русскими українцями. Ми про це говоримо, і це сприймав і минулий президент цю ситуацію, і говорив про те, що ми працюємо над тим, щоб внести цю позицію в Конституцію України, щоб після НАТО готовий був все вносити, лиш би виграти вибори, як ви кажете. Але все-таки, яким чином би тоді Турція віднеслась до ситуативного партнера чи союзника Росії, президентського партнера, як ви кажете, до цього. Знову ж таки, гіпотетично, тому що це якраз має значення до того, які помилки нами були допущені в Криму. Там шукали момент, там підшукували ситуацію, і було багато питань, в тому числі закон про мови, чи потрібно було тоді піднімати його, в тому числі потрібно було контролювати і угрупування псевдопатріотичні з цими булавами і палками. Так чи ні? Так. Звичайно, але до цього не дійшли, тому ми не маємо говорити, але ми тут повинні розглядати свої помилки. І знову ж таки з проекцією на Кіпр дивитися на помилки, якщо вони були. Але ж ми кажемо, що там вроді всі задоволені нібито. А Турция участвует все-таки в этом конфликте, тоже как арбитр, сторонний наблюдатель. В нашому конфлікті. Договариваются, просят за пленных. Ну от коли кажуть, що хто звільняє кримських людей, так? Нас кажуть, була міністра, віце-прем'єра, заява, що формат політв'язнів Росії і кримських татар в Мінський процес не розглядає. Ну, ситуацію. Так, тим займається уповноважена з прав людини, там був такий розподіл, він якби публічності не отримав, але він є. Там успіхів ніяких немає, по великому рахунку. Якщо ми кажемо про політв'язнів, та же Надія Савченко, ми знаємо, що абсолютно окремий процес, і там питання вирішено було після одного дзвінка президента Сполучених Штатів Америки. А тут питання щодо кримських татар, як то Чайгоз і його колеги, вирішив президент Туреччини. Так чи ні? Ну, так. Але от вирішив президент Туреччини. От як би Туреччина віднеслася, якщо гіпотетично? Це має значення, це не просто мрії якісь чи філософські розсуди. От дайте відповідь знову. Некоректно, звичайно, це некоректні питання. А давайте от все-таки в цьому плані подумаємо. Можливо, нам потрібно було десь більше... Ну, ми звертали увагу на Крим яким чином? Знаєте, коли Путін недавно видав указ щодо заборони іноземцям мати землю в Криму?
Я дуже чітко зараз можу відслідувати, хто має землю до цього часу в Криму із наших вельмож. Вони дуже, дуже критикують цей указ і всюди лізуть, що це порушує. Самі кримчани казали, що південний берег Криму, він давно куплений, повністю скупований турками. Саме тут 35-40 кілометрів. І українськими бюрократами. Ну, да, турками і українцями. Так. Да. Але я дуже багато турками було. Турками і українцями. Це тому росіяни зараз в образі. Підождіть, а де ж наша тоді частка? Може, да? Якщо ми кримських татарах смотрим. У нас вже закінчується час практично, тому я вас попрошу буквально по кілька секунд. Руководство Турції не може не обращати увагу на своїх і єдиноверців, і близьких людей по крові. Тому об'єктивно. Серед кримських татар є ті, кто выступает за, с украинских позиций, а есть те, кто хотел бы совершить иррединтистское движение и присоединиться к Турции или стать независимым. Просто они не считают это целесообразным сейчас. Но самое главное, все-таки уровень элиты. Турецкая элита умеет мыслить стратегически. Она знает свои исторические корни. С ней работать легко, и в то же время нужно быть самим умным. Вот украинцам очень важно воспитать нормальную административную элиту. Мы много потеряли сейчас. Требуйте, но сейчас время собирать камни. Есть люди в дисперсном состоянии, и такие дискуссии должны помогать этому. Андрей Игоревич. Я пару слов буквально скажу в завершение. Спасибо за то, что дали возможность сказать реплику. Я скажу, что кипрскую историю нужно изучать для того, чтобы что-то понимать, что-то изменять у нас. Но ситуация в Украине, она уникальна. Она уникальна на постсоветском пространстве и в европейском масштабе, потому что есть внутри вот этого конфликта две разные истории. Крым и Донбасс. Совершенно уникальное действие России по отношению к Украине, ну, за последний период. Поэтому я все-таки сторонник того, чтобы мы наш опыт и передавали и привлекали мировую общественность к тому, чтобы мы рассказывали о том, что у нас происходит. Потому что мне, честно говоря, очень стыдно, когда приезжают эксперты из разных стран, из США в том числе, которые никогда не были до этого в Украине, из Германии, из Франции, и рассказывают нам, что происходит на Донбассе. Я говорю, давайте я сейчас позвоню, вот у меня телефоны, людей, все города подконтрольны Донецкой области, вы узнаете. Когда они рассказывают, да нет, вы не знаете, вот это у вас происходит, я говорю, слушайте. Наверное, я лучше знаю. Что вы имеете в виду, что иностранцы не могут лучше? Нет, я знаю одного японского профессора, мой хороший друг. Он лучше нас знает, что в регионах Украины происходит. Забирайте мои несколько секунд. Я хотел бы, чтобы найближчим часом, дуже таке розмите поняття, це рік, і 2, і 5, і 10, уже на телебаченні Туреччини, Великої Британії, оскільки ми говоримо про Кіпр, а це пов'язані країни, говорили про те, який досвід вирішення конфлікту був в Україні. Як Україна стала цілісною і унітарною державою. От про це я мрію. Хотілося б на завершення показати на плазму, продемонструвати квартал Привид, частина міста Привид на Кіпрі, якщо є така можливість, Вароша. Вароша така має назву. Це колишній місто-курорт, колишнє місто-курорт, колишні квартали міста-курорта. Зараз це буферна зона. І там ніхто не живе. І хотілося б також продемонструвати, так як паралель, фотографію нашого дачного селища під Донецьком. Це дуже добре, це селище знаю. Звичайно, у Вароші не була, але знаю, що воно зруйновано повністю. І навіть там дачі були у людей, домівки, вони повністю розтрощені. І хотілося б, щоб і Вароша, і Пєскі колись ожили, знову їм дали другий шанс, і ці конфлікти були не тільки заморожені, але й повністю владнані, повністю узгоджені. Це була програма «Полярний мир». З вами була Оксана Вітер та Володимир Рубан. З нами були, дякуємо нашим гостям, Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, Валентин Якушик, конфліктолог, та Василь Вовк, експерт державної безпеки. До зустрічі. До зустрічі.